твой первый сбор полноценный с командой. Как работает? Отлично работает. Условия просто шикарные, поля идеальные. Тем более зимой в Украине у нас, я думаю, нигде таких полей нет. Погода футбольная. В море покупались после тренировки. Все прекрасно. Как нагрузки? Нагрузки нормально. Пока еще очень сильных нагрузок не было. Так что переносим нормально. В принципе, все хорошо. Народ уже на сайте поинтересовался, кто такой Т в нашей команде, кто это? Ну, это Тарас Чернецкий, я вот с дублем все время тренировался сейчас. Вот, дали мне вызов в первую команду, надеюсь, я покажу с лучшей стороны. Вот, мы, конечно, с ребятами стараемся из дубля, вот, а что будет дальше, ну, пока только догадываемся. Вот, надеемся, стараемся, там будет видно. Ты самый молодой в команде, приберегают старики? Нет, старшие товарищи только подсказывают, помогают, нет там никакой-то там дедовщины, все подсказывают, помогают, там, ну, старшие товарищи на тренировках, все, и вообще в быту все помогают, нет никаких вопросов. Коллектив, ну, хороший очень, ребята мне помогают, если они вообще, пока мне все устраивает, я, кажется, хорошо. Что нового дает Ангел Черенков? Ну, пока пару дней так особо не могу ничего сказать, но... Видно, что любит дисциплину в первую очередь, на это ставит акцент. Вот. А, так, ну хороший тренер, пока никаких вопросов, более хочет, ну, больше внимания на тактику уделяет, прежде на физические данные, а потом уже на работу с мячами и такие, как бы, моменты игровые.